Всем привет, с вами Тормод, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку City Skyline. И вот мы с вами загрузились, и я хотел вам показать, что же я добавил в игру, какие модификации скачал. Огромное спасибо всем, кто откликнулись по поводу автобусов. Я сам, конечно же, тоже поискал, и нашими совместными усилиями мы нашли очень прикольный автобус. Но перед тем, как вам показать эти автобусы, я вам хочу показать новые машинки, которые я добавил. Если вы помните такой старенький фильм «Пятый элемент», то в нем были вот такие вот летающие машинки. И я нашел 4 машины. Одна полицейская, одна такси и 2 гражданские машины из «Пятого элемента». Поэтому у нас в городе есть вот такие классные машинки теперь. Это полицейская машинка. Видите, вот она ездит, патрулирует. Такси, таксопарки мы с вами еще не ставили, поэтому их нету. Вот, а гражданские машинки, ну я думаю, они появятся, я уж пока не видел, не встречал их, но должны будут появиться, там написано машинка А и машинка Б. Двухцветовых гамм, ну посмотрим. Нет. А вот, смотрите, вот стоит припаркованная одна из них. Такая, и может быть мы еще где-нибудь найдем, но пока не видно. Ладно, давайте вернемся к нашим автобусам. Я вам покажу, какие же автобусы я скачал. Так, показать нам линии. И давайте самый первый маршрутик. Вот он у нас. И выбрать модели транспорта. Вот такие вот 2 автомобильчика. Сейчас я вам покажу их. Но для этого нам нужно убрать старенькие автобусы. Так, мы их выбираем и удаляем полностью. И ставим добавить. Вот эти маленькие автобусы, вот этот ультра ПРТ под, он всего на 10 человек. Ну вы видите, он так классно выглядит. Всего на 10 человек. Поэтому мы их будем добавлять через один. То есть вначале один этот, и потом один вот этот. Потом давайте добавим один опять этот и вот этот. Сейчас мы все это добавим. Я хочу, чтобы они шли именно через один. Так. И сейчас мы, может быть, переместимся к ним. Вспомнить бы, какой клавишей. Вот. Че-че-че-че-че. Вы посмотрите, какая штучка. Вот она. Вот эта красавица. Вот теперь... Да, что ж у меня с камерой-то? Сейчас. Стой, он аж зарылся. Не-не-нет, это не очень хороший вариант был. Вот, наверное, вот так вот, да. Все. Вот такой вот. Видите, у него пассажиров 10 из 10. И он едет, как будто его колбасит в разные стороны. Вот, мы можем, конечно, увеличить количество пассажиров, но мне кажется, это будет нереалистично. Мы все-таки с вами немножко стремимся к реализму. Ну, хотя это сложно применить к городу будущего, к реализму. Ну вот, 10 человечков. Пока что он у нас в минусах. Нет, вот смотрите, зарабатывает денежки и едет, смотрите, достаточно быстро. А вот еще одна машинка проехала мимо из пятого элемента. Ладно, продолжаем. Теперь нам надо посмотреть на второй автобусик. Давайте-ка переместимся. Вот, я его, кстати, сразу же заметил. Вот такой вот. В нем уже намного больше пассажиров. В нем 50 человек помещается, видите? Вот такой вот футуристичный автобусик. Вот. Как видите, наш город приобретает уже свое действительно звание. Если до этого это было нечто подобие на город будущего, то сейчас он уже намного начинает оправдывать свое название. Так, давайте-ка мы сейчас с вами посмотрим на вот этот район. И я хотел посмотреть. Да, я на нем поставил, чтобы были только новые дома. Европейские дома не надо ставить. Здесь у нас высокотехнологичные дома стоят.
Налоги мы здесь не ставили. Парковые зоны у нас здесь увеличены. Что мы еще можем здесь сделать? Нам нужно что-то, чтобы увеличило нашу цену земли. Налоги нет, пока не будем. Давайте, кстати, почему я здесь не включу высокотехнологичные дома? Кстати, я же вроде включал. Так, запрет высоких зданий 100% не надо. Нам нужны высокие здания. Старый город нет, 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 нет. Ладно, пока что так. У нас 61 бакс за метр. И это уже очень хорошо. Здесь. Давайте посмотрим общую картину. Да, смотрите, как все хорошо становится. Потихонечку мы развиваемся. И вот эти дома начинают оживать. Видите? Мы потихонечку, мы поставили университет, еще что-то, включили улучшение, то, что парки улучшают ценность земли, и как на дрожжах наш город начал расти. Так, ну что ж, вот тут только у нас некоторые моменты, которые мне не нравятся. Давайте внутри поставим парки, чтобы они тоже увеличивали ценность земли. Мы, конечно, с вами повесили вот такую красивую летающую тарелочку. Можно повесить какой-нибудь вот такой еще транспорт. Низко висящий вот над... Я не хочу, чтобы два домика сносилось. Но, видимо, придется. Даже нет, мы, наверное, вот на этом углу повесим его. Вот. Пускай он радует наших граждан. И надо что-то еще ставить. Так, требуется вода. Видите, мы можем отменить это и сказать, что да не нужна тебе вода. Давайте посмотрим, как он выглядит хотя бы. Мне просто интересно. Вот такой вот летающий парк. А нет, не летающий. Вот такой вот парк. А как туда люди попадают, интересно? Эх, какие они! Мы можем что-нибудь придумать своими силами? Мы же с вами все-таки... Так, где-де-де-де-де? Ну, по-моему, убого смотрится. Ну вот... Если бы не было вот этого ограждения, то да, может быть бы оно еще как-то бы смотрелось. Так, давайте мы отключим привязку к сетке. Вот так. И проведем вот что-то вроде вот такого. Вот, посмотрите. Конечно, у нас внутри оказались некоторые скамеечки. Но это интересный такой парк получился. Я бы сказал, будет даже очень интересный. С другой стороны, давайте тоже проведем спуск. Но только не вот тут, а вот тут. И опустим его вниз. Вот так вот. Эх. Да, конечно, вот эти перегородки, они сильно мешают. Ну ладно, если не придираться... И вот так вот смотреть, то, в принципе, даже ничего. Не идеально, но, как говорится, с пивом потянет. Так, я хотел еще сделать сад вот таких сталактитов. Даже кристаллов назовем. Сад кристаллов. Давайте мы их здесь поставим, покрутим. Здесь интересно... Вот так вот. Они хоть цвета-то меняют. Давайте, здесь их много-много-много. Вот такие. Даже можно сделать, чтобы они из одного места вот в разные стороны росли. Вот таким вот образом. Вот, видите, как красиво получается. Вот так. И давайте еще какие-нибудь маленькие добавим. Повернись. Вот. Вот таким образом мы сделаем такой парк кристаллов. Здесь проведем дорожки. О, смотрите, люди ездят по нашему парку. Ну, конечно, они проходят сквозь стены, но все равно.
Мне-то кажется, это мы удаченько поставили здесь проход. Также можно здесь всякие камни положить. Ух, слишком большие. Вот так вот можно маленькие камушки положить, чтобы кристаллы росли из камней. Давайте вот так вот. И давайте теперь B-small вот так вот положим. О! На самом деле, как будто кто-то накидал камней, их растут какие-то кристаллы. Нет, ну почему нет? Это же... Давайте все это сделаем таким садом кристаллов. Только я не буду уже так сильно заморачиваться с красотой кристаллов. Мы всего лишь... Так, где вы, родные? Или не будем? Давайте я это сделаю за кадром, чтобы вас не мучить всякими лишними действиями. Нам нужно город развивать. Вообще не царское это дело. Парками заниматься. Я мэр или кто? Так. Ну, слушайте, здания-то, конечно, хорошие. Покажите мне, что у нас здесь есть. Нет, здесь включено, что нет европейских домов. А это что, по-вашему? Ай-яй-яй-яй-яй. Накажу. Пришел Тормот и всех наказал. Нет, нет европейским домам. Нам нужно высокотехнологичные здания ставить. А сейчас посмотрим. Здесь должны будут вырасти нормальные дома. Вот здесь уже появляется что-то. Ну, ты будешь расти? Вот, вот, вот. Ну, расти, расти, расти. Я даже скорость прибавил для того, чтобы посмотреть, как ты вырастешь. Ну, я бы не сказал, что это хорошее здание. Ему много чего не достает, а здесь и здесь. Ну, ладно, они подрастут. Ну, не будем придираться, подрастут. Подрастут, все будет хорошо. Ладно, возвращаемся. Ой, сейчас я... Так, продолжаем строить автобусные линии. У нас деньги идут замечательно. 19 тысяч – это просто обалденный результат. Мы скоро с вами начнем все улучшать. Давайте теперь здесь проведем какой-нибудь маршрут. Вот тут, тут. Около парковки, наверное, вот здесь. Сделаем остановочку. А дальше мы с вами поедем через деловой район. Даже, наверное, вот здесь. Этот маленький наш деловой район. Ну, давайте тогда все равно здесь придется ставить. Где у нас ближайшее? Здесь и здесь. Обустраиваем. С одной и с другой стороны будут. И сразу же поедет на эту сторону. Здесь он будет проезжать по малому кругу. Даже вот так вот. Почему он хочет поехать здесь? Это не очень хорошо. Я хочу, чтобы ты ехал вот тут. И вот тут. Потом поворачивал сюда и возвращался в эту сторону. Вот так. Давайте сделаем вот так вот, чтобы он добавлял именно эти транспортные средства. Вот так вот. Обычные автобусы нам уже не нужны. Давайте удалить. Вот. Пускай сюда идут как раз такие красивенькие автобусики. Если что, мы пустим, раз они катают всего по 10 человек, мы пустим их очень большое количество. У нас есть модификации. По прошлым прохождениям я учил пользоваться всеми этими модификациями. О, вот они, кстати. Вот, раз, там полиция проезжает. Только я какой-то разной цветовой гаммы особо сильно не замечаю. А вот, вот еще одна. Да, вот она. Ну да, вот они. Наши машинки из пятого элемента. Также я хотел пустить трамваи. Вот, и с трамваями у нас будет маленькая проблемка, потому что я, когда строил дороги, не предусмотрел место для разворота. То есть колец не сделал. Расширить вот эту дорогу можно, но... Первоначально я думал, что здесь у нас будет идти трамвай.
Это все хорошо, но нам нужно где-то сделать место для разворота. Даже если мы предположим, что мы повели в эту сторону и вниз, здесь, например, и вот сюда. А здесь делаем кольцо. Вот, такой вариант меня уже устраивает. Давайте приступим к строительству. Не будем откладывать это в долгий ящик. Здесь будут трамваи. Все рады, все счастливы. Вот. Здесь у нас будет проходить трамвай. Так, ну и давайте его, наверное, вверх поведем. Я не хочу вниз. Вверх, и здесь будет у нас кольцо. Вот, всего лишь вот таким маршрутом. Вот отсюда сюда будут ездить у нас трамвайчики. Трамвайчики я тоже скачал. Интересные, красивые. Мы на них сегодня посмотрим. Так, трамвайное депо. Давайте поставим трамвайное депо. И его я предлагаю поставить вот где-нибудь здесь. Пишет, что слишком крутой склон. Но мы-то знаем, как это решить. Мы возьмем и немножечко обработаем. Так, увеличиваем. Ну, очень много. И не так сильно. Я думаю, десяточки достаточно будет. И выравниваем здесь аккуратненько. Вот. Эти домики мы сейчас снесем. Они здесь не нужны. Хотя трамвай создает большое количество шума. В связи с тем придется здесь сделать парки, а вот этот маленький райончик тогда сделать коммерцией. Что, я мало? Да. Да, тормоз, мало. Маловато будет. А давайте мы сделаем немножечко по-другому. Раз у нас продолговатый, то мы... Сейчас я Ctrl-A, Ctrl-S. Вот, все, прилипание есть. Мы сделаем здесь специальный заезд. Для него... И все равно не хватает, да? Что ж ты будешь делать-то? Ну, надеюсь, вот так вот уже будет получше. Вот, уже намного лучше. Так, теперь нам надо соединить здесь дорожку. Выбираем трамвайную без... Вот так вот. Вот, замечательно. Трамвайное депо. Я не посмотрел его область шума. Ну, сейчас шума нету, но оно должно быть очень шумное. Где-то вот так вот. А вот, появляется область шума. И, как видите, людям это начинает не нравиться. Так, давайте мы вот тут уберем. Да, чтобы у нас просто они сюда заезжали. И выставляем остановочки. Ой, кольцо-то мы не сделали. Ну, хотя здесь они, наверное, смогут разворачиваться. А вот здесь они точно не смогут развернуться. Давайте делать кольцо. Так, включаем нашу модификацию, сделаем ее в качестве моста. И сделаем, не будем делать большой, нам достаточно будет вот так. Вот так. Сейчас Ctrl-S уберу, чтобы можно было... И сделаем ее с изгибом. Слишком круто. Ладно, давайте поставим, там уже изменим. Мы же можем все это с вами поменять и перестроить. Вот, берем наши специальные элементики и растягиваем так, как нам надо. Здесь мы ее закругляем.
Здесь перетаскиваем, здесь сужаем. И вот таким вот образом. Так, вот этот кусочек, наверное, чуть-чуть приподнять. Вот этот бугор мне не очень нравится. Да, видите, он тут слишком низко оказался. Ничего, поднимем. Давайте даже вот этот кусок тоже поднимем. И соединим его. Вот. Вот такой вот плавненький здесь будет разворот нашего трамвая. Выставляем станции. Как люди будут радоваться нашим трамваям, вы просто не представляете. Так, создать новый маршрут. Поехали. Ой, я его не в ту сторону поставил, да? Не туда, правильно. Здесь остановка, здесь остановка. Здесь сделаем остановочку. Вот здесь. Перед поворотом. Давайте вот тут. И в обратную сторону. Делаем, наверное, там же, где и предыдущая остановка. Вот так вот. Я, конечно, не люблю делать друг напротив друга. Это желательно делать все время перед перекрестком остановки. Чтобы за перекрестком не создавать заторы. Это самый правильный способ. Но я в данном случае сейчас... Ага, нет, не может развернуться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, уберите Ctrl-A. Так, я не понял. Сейчас я посмотрю. Да нет, все правильно. Все хорошо. Давайте вот так. Вот, и колечко здесь сделали для разворота. Его тоже надо сделать пошире. Сейчас мы его растянем. А, мы слишком близко к трамвайному депо. Видите, он не позволяет схватиться за некоторые элементы. Видите, он считает, что я хочу работать с другим элементом. Ладно. Ну что ж ты такая кривая-то получилась? Опускаем. Сейчас мы все сделаем. Сейчас она будет идеальной. Вот, видите, теперь она прямая. Все, останавливаем и оставляем так. Теперь нам нужно доделать наш общественный транспорт. Вот. Все. Замечательно. Разворот есть. И уже выехали первые трамваи. И, конечно же, я хотел выбрать, что будет вот этот трамвай. Так, добавить транспорт и добавить транспорт. Я думаю, 4 пока будет достаточно. Давайте посмотрим, как выглядит трамвайчик. Вот такие вот трамвайчики у нас будут ходить. Это максимум, что я нашел такого... в таком стиле. Наша задрыпанная старая парковка, которая мне казалось, что она еще хоть как-то, но... Честно сказать, она вообще, блин... Вот ее надо было строить в европейском, ну, когда мы делали европейский город. Вот туда бы она намного лучше бы подошла. Ну вот, мы с вами запустили трамвайчики, люди ходят, денежки идут к нам в карман. Давайте посмотрим, что там у нас по бюджету. Ну, бюджеты мы с вами не изменяли. И я хотел добавить еще один элемент, если нам позволят. Да, депо дорожной службы. Депо дорожной службы не имеет шума, но мы его поставим вот вместо каких-нибудь вот этих зданий.
Здесь все равно и так будет шумно. Вот. Так, давайте проверим, кстати, по поводу шума. Да, вот эти здания надо превращать в коммерцию. А здесь ставить парки. Займемся этим. Все это убираем. Нафиг ненужное. Кстати, я хотел попробовать вот это. Вот что это за парки такие? Давайте попробуем. Здесь их можно даже два поставить. Нифига себе! Эвыск! Ну это ангар такой. И это парк? Нифига себе! Ну ладно. Такие парковые ангары. И вот это парк. Ну ладно. А здесь поставим магазинчики. Так, то давайте высокой плотности магазинчики поставим. Да, вот тут. Ну, нет, давайте я все-таки один снесу. Ну, честно сказать, не туда. Вот. Да что ж ты будешь делать? Тормот, блин, Mozilla. Вот. Ладно, пускай там строятся. Деньги у нас есть. И, наверное, на следующей серии мы с вами уже начнем расширять город. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. До следующих встреч.